Привет всем. Сегодня попробуем рисовать розеточку. Вот делаем просто вот такое вот крылышко. Переставляем центр. Открываем табличку преобразования. Выставляем параметры. Допустим, 6,60. Применить. Нажимаем кнопочку. Получаем розеточку. Сейчас изменим параметры у этого. Ну, я перенес на другую страничку. Значит, параметры сделаем 2 и 180. Получаем совсем другую розеточку с большим количеством линий. Вот, в принципе, и все. Всем пока.